Здравствуйте, меня зовут Хамраева Наргиза, я врач-ортодонт клиники Dental Fantasy. Я занимаюсь исправлением прикуса и созданием красивых улыбок более 14 лет, как у взрослых, так и у детей. Очень важно вовремя показать ребенка ортодонту. Своевременное выявление зубочелюстных аномалий в раннем возрасте может предотвратить ряд сложных проблем с прикусом в будущем. Оптимальный возраст ребенка для первого знакомства с ортодонтом – 5,5-8 лет. Я использую в своей практике аппараты протокола лечения, которые были проверены и признаны научно эффективными. Для нормализации роста и развития зубочелюстной системы необходим комплексный и доказательный подход, поэтому я тесно работаю со смежными специалистами – с лором, логопедом, психологом. Я буду рада видеть вас у себя на приеме. Дарить здоровые и красивые улыбки – это не только моя профессия, а дело всей моей жизни.